Я вас всех приветствую на семинаре. Рад вас всех видеть. Первый семинар в 23-м году, как бы. Мы с вами посадили зерно этого третьего тома. Еще в Палермо. Помните, да? Когда я читал лекцию в Палермо. Лекцию о том, как становятся чемпионами. Эта лекция, она, в общем-то, самая важная. И она очень сжатая, то есть это некий архив, вот такой сжатый архив, где ничего не видно. В сути, мы с вами обсудили три понятия, и все. Вот. Но как бы даже сегодня, когда мы эту лекцию распаковывали, то шло не час, а три часа. И это так поверхностно, то есть это каркас, это не написанная книга, как вы понимаете. У каждой из этих понятий существует еще глубина, которая как бы будет в книге. О чем будет наша научная встреча? Если коротко, она ответит на вопрос, почему я сегодня такой, ну или такая. Вот как так получилось, что вот сегодня, несмотря на весь свой потенциал, на все возможности, желания, силы, ресурсы, у некоторых даже шизофреническое рвение, да, или его отсутствие, почему сегодня все так? Мы к концу придем к такому, знаете, качественному ответу на этот вопрос. И начнем мы с некой преамбулы, да? Как уже Олег Викторович объяснил, у нас сейчас продолжается работа над феноменами разума. 2022 год мы закончили как стахановцы. Феномен разума, первый том у нас компилируется как раз, он готов полностью. И то, что мы сегодня обсудим, это каркас тома номер 3. Мы будем говорить о неких фундаментальных основах. И слово «фундамент» в данном случае ключевое. Есть у нас еще и третий том, он будет посвящен сознанию, да, то есть все эти вещи. Управляющие функции – это отдельная тема для разговора. То, что ждет нас впереди, да, то, что в очень недалеком будущем. Ведь тренировка, ну, тренировки рознь, да. Предположим, улица, да, то есть на улице, минус 3, да. Стоит 5 человек там или 10, я не знаю, их надо потренировать срочно, да. Чудак говорит, стойте, я вам буду рассказывать. Одевает шубу там какую-то страшную, блин, этот, они там стоят все, да. И вот он им 2 часа мозги компостили, да. Ну и что, в результате что? Температура, воспаление легких, там, ну не знаю, переохлаждение. Вот чудак же тренировал, да, то есть вот столько пользы принес. Сделал все как положено. А можно, ну, все это поменять, и люди не заметят, как 2 часа на минус 3 пройдут, понимаете? Так вот, тренировка, любая тренировка, она должна быть, ну, не вязкой. То есть тренироваться надо на кураже, на радостях, понимаете? Тренироваться просто, вот, ну, потому что нужно отбывать повинность там куда-то, не надо. От такой тренировки толку никакого. Лучше 20 минут потренироваться в радость, чем 2 часа тренироваться вот так. Не хочу, надо, а ты знаешь, есть слово надо. То есть это не тренировка. Так вы ничего не натренируете. То есть любая тренировка, она должна быть в радость человеку. То есть он не должен хотеть уходить с тренировки. Понимаете? Не ждать, то есть когда человек ждет конца тренировки, считайте, что вы очень плохо поработали. Неважно, чем вы занимались, английским, там, на стенде стреляли, на мотоцикле учились ездить, машину учились водить. Неважно. То есть, если вы ждете конца тренировки, надо это заканчивать. То есть, такая тренировка никакой пользы не дает вообще. Никакой. Поэтому тренировки должны быть такие, чтобы человек рад был на нее прийти и не хотел с нее что? Уходить с этой тренировки. Это, да? О чем мы будем говорить, по сути, сегодня? Мы будем говорить о неком фундаменте теории тренировки. И это не просто важно. Это, вот, наверное, тот камень преткновения, которым спотыкаются очень многие. Ведь бывает так, что человек даже он начинает на кураже чему-то учиться, тренироваться. Да? Пусть это опять-таки будет тот же мотоцикл, да? Пусть это будет японский язык, не имеет значения. Вот он начинает, да, стартует, что-то у него получается, что-то не очень, проходит какое-то время, этот кураж сдувается, да, и человек начинает биться о препятствие и не доходит до финала тренировки вообще. Обычно он застревает где-то на середине, потом все это вот машется рукой, забывается, и человек переключает внимание на что-то иное. То есть, по сути, ну,
мало кто, очень редко кто доходит до финиша, до финала тренировки и может сказать, что вот навык умею, знаю, научился, да? Почему так? Чего не хватает? Что сбивает человека вот с этого курса, да, восхождения на Олимп, да? И что не дает ему дойти до конца? Вот как раз-таки этому и была посвящена финальная экспедиция 2022 года. Эта штука называется фундамент. То есть если нет фундамента в тренировке, человек до конца не дойдет. И как раз-таки, что такое этот фундамент, как он выглядит, вот что есть этот фундамент и что нужно сделать, чтобы этот фундамент появился и был, и никуда не уходил, не исчезал, да, этому и была посвящена вот научная задача финальной экспедиции. То есть, по сути, это то, что искали в экспедиции. Фундамент тренировки.